Многие страны мира хранят свои золотые запасы в американском Форт-Ноксе. Вот только этого золота давно никто не видел. Все началось в 2009 году, когда в прессу вдруг просочилась информация о том, что американцы продали Китаю поддельные золотые слитки. Куда же исчез благородный металл? Есть такая версия, что значительная часть золотых слитков – это на самом деле не золотые, а вольфрамовые слитки. В нашем специальном расследовании. Чем заполнены золотые хранилища США и какими тайнами окутана деятельность так называемого «золотого картеля»? Давайте вместе разберемся в деталях этой невероятной аферы века. «Загадки века». В понедельник в 19:40.